Так, всем привет! И сегодня я покажу вам свои рисуночки. Поехали! Кстати, рисунки на любую тематику. Это, короче, мой персонаж. Это ее зовут Эванжелина. Или Анжелика просто. У нее есть крылья, у нее есть хвост, и она типа кот. Кот и голубь в одном. Да. Она мечтает о том, чтобы школа горела синим пламенем. Короче, потом... Я не знаю, зачем нарисовала эту хрень. Давайте дальше. Дальше это недокрашенный Фокси. Это, кстати, вот эти вот... Кстати, вот это вот я рисовала на уроке вместе с этим. 27-го, кстати, вчера делала. Вчера на уроке все это рисовала. Это, короче, вот Фокси. Фоксян, Фоксюлечка. Его радует новость, то, что ему дадут гитару, хоть он с крюком, с повязкой, которую я забыла сделать, и вспомнила о ней только сейчас. Дальше шип недоделанный. Давайте недоделанные скетчи будем пропускать. Ну, недорисовку, поэтому тоже пропустим. Так, рисунки по клеточкам, кстати. Это, короче, вот это, вот, короче, вот это. Вот это, короче, две запятые, которые, короче, подрались. Да, они подрались. Да. Они, типа, истекают чернилами. Типа, первый говорит: надо стоять в другом направлении, как я! Нет, нужно стоять правильно, как я! И они подрались. Дальше идет, короче, вот это вот, короче, вот это вот я. Я не знаю, откуда у меня штаны растут. Это, короче, вот, вот так, наверное, чуди. Это Демиденко, Ксения. Я ненавижу эту шлюху, феечку, говно. И я уже спалила следующий рисунок. Рис. Это кролик. Кролик. Это кролик. Крольчик. Кролян. Крольфейс. Кролик. С сердечками. Ну, подпись не обязательно, потому что это не моя работа. А дальше идет корона, потому что я королева. Воп. 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 Опа, ай, да-да-да-да-да-дай. Тан-тан-тан. Короче, это короче. Это, короче, корона, это, короче, сердечки. В общем, вы все поняли. Пока. Тан-тан-тан-тан.